Итак, всем привет, подписчики моего канала, гости, заходящие на мою страницу. Я нахожусь на территории санатория Мацеста, именно где находится источник. Вот сейчас покажу вам этот источник. Вот. Здесь находится вот именно эта сероводородная целебная вода. Вот здесь находятся пещеры, откуда, собственно, этот источник и берет свое начало. Здесь вот ленточку надо привязать, ну, знаете, обычай такой. Привязать ленточку, загадать желание. А вот пещера. Видите? Внутри свет откуда сверху падает, наверное, там какой-то разлом есть. Такая вот пещера. Но там кто-то пуговицы, что ли, бросал. Наверное, тоже какое-то поверье было. Вот. Такие вот массивные камни. Здесь вот еще одна пещера. Вот такие вот камни тоже выходят. И тут вот написано то, что существует древнее поверье, что девушка Мацеста исполняет желание. Вы знаете, я здесь уже не первый раз и могу сказать, что желания действительно сбываются. Вот еще одна пещера, тоже закрыта, сюда попасть невозможно. Ну, в общем, тут территория небольшая. Ну, сюда можно, допустим, зайти, посетить, посмотреть. Мацеста – сердце курорта Сочи. В 1967 году город Сочи обрел свой герб. Вот. Символ Мацеста в центре герба абсолютно также отражает судьбоносное значение для Сочи. Вот. То есть даже на гербе вот это изображен, вот этот вот знак вот этой целебной воды. Проникать за ограждение запрещено. Отравление сероводородом опасно для жизни. Кто смотрел мои ролики, я уже снимал видео, то, что сероводород может быть опасен. Вот здесь именно такое вот. Здесь идет сильная концентрация вот этого вот источника. С сильной концентрацией вот этого сероводорода. Вот, видите, он откладывается. Вот еще одна пещера. Сейчас вам тоже я ее покажу. Желуди под ногами, орехи. Какие-то желуди точно. Вот еще одна пещерка. Ух, страшно. Так, ну у меня остается мало времени. 10 минут. Через 10 минут отправится автобус. Так, ну в общем, если будете здесь лечиться, обязательно посетите место источника. То есть выходите за территорию, ну там сможете даже спросить, вам на КПП ответят. Что-то я прибавил. Вот такой вот красивые вот эти вот каменные вот эти вот камни такие массивные. Вот такие камни.
Ну и само название. Мацеста.